Всем привет, друзья! Сегодня в путешествиях по Крыму мы в Алуште. И для всех злых языков, что в Алуште ничего не делается. Да-да, Димыч, я к тебе обращаюсь. Смотрите. Полностью снят асфальт, делают дороги. Это как раз вот Винторг, магазин, где снималась Кавказская пленница, где стоит Никулин. Дорога снята. Идет ремонт. Вот все продували, чистили. Так что что-то делается. Ну а мы идем на набережную в Алушту, и там уже включимся и будем смотреть, что там. Вот так идут работы, получается, в Алуште. Видите, от центра начали закатывать кусочек. Дальше я уже показывал, снята. Но работы идут. Воды нет. Речка стоит, превратилась в озеро. В конце, вон, видите, она в море не впадает. То есть водичка с гор не идет. А жаль. Но как-то вот так. Зато запустили колесо обозрения. Оно крутится. Видите? Здорово. Ну, а мы продолжаем движение на набережную. Ну, смотрите, в Алуште в самой намного больше людей, чем в рабочем уголке. Прям люди ходят, ходят. Смотрите, это крутится. Люди ходят, кафешки открыты. Я сейчас проходил, столовки пооткрывались, кафешки. Ну, как бы много. Здесь памятник Пушкина. Все. Все работает. Птички, еще раз говорю, это не настоящие. Это микрофон. Но на самом деле все работает. Смотрите, замечательно. Пойдемте посмотрим, что там с чебуреками. Да, чебуреки, ребят, в порядке. Как всегда, очередь небольшая, но есть. Все под заказ делается. Здесь, как обычно, куча голубей. Люди кормят. Морька, все дела. Прям замечательно. Народу, сами видите. Ну, не сказать, толпы ходят, но люди есть. Есть немного, но есть. Голубей полно. Ну, вход на причал закрыт, так его этот снесли, а вход так он закрыт и есть. Ну и море. Сама набережная, ребят, в отличном состоянии. Здесь как бы ничего не изменилось, все отлично. Единственное, что сегодня ветерок что-то усиливается и усиливается. Прям такой ветерок-ветерок стал. Но на самом деле все хорошо, все. Люди ходят, кто сидит, отдыхает. Морька волнуется все сильнее. Саму набережную нет смысла никакого показывать, 100 раз вы ее видели. Дойду до ротонды, посмотрю, что внизу там, где раздолбано было, делают или нет. Так как, видите, тут дороги начали в порядок приводить. Может быть, и сделают там. Пойдемте посмотрим. Водичку фонтан еще не набрали, но я думаю, наберут, так как фонтан его чистили. Мы показывали до этого, как его чистили. Покрасят еще мальчика этого, который всю рыбу душит. В общем, пока не работает, но должен скоро заработать. Не знаю что, но вот набережная, ребята, и вот это вторая ее часть пешеходная такая в теньке. И здесь какая-то глобальная стройка, потому что загнали кран, что-то долбят, ломают там. Не знаю, что будет, но поживем, увидим. Покажу, когда построят или что-то сделают там, потому что пока все забором отгорожено, неизвестно что, к чему. Как что-то появится, мы в следующий раз приедем, обязательно посмотрим, покажем вам, расскажем. Но
пока вот такая глобальная стройка с большим краном. Подходим, ребят, к ротонде, и смотрите, это для тех, кому не жалко машину, разгоняетесь, прых и в море, короче, на ней, видите, поставили. Честно, не знаю для чего, кто знает, расскажите, наверное, какие-то машины заезжали и чего-то туда высыпали, судя по щебенке, новую щебенку, что ли, засыпали, вот такую ужасную, отвратительную. Ну, не знаю, отсюда не видать. А, да, вон там вот. Видно, подсыпано под самый край. Давайте пойдем попробуем с другой стороны посмотреть, что кого там делают такое. Ну а так, мусорники, все дела, все есть. Все чистенько, все везде убрано. На городском пляже тоже, смотрю, какая-то техника стоит. Сейчас посмотрим, что там делается. Ну и, конечно же, вам покажем. Да, ребят, как я и говорил, здесь насыпали почему-то не гальки, а щебенки обычные. Она обтачиваться будет не знаю сколько, но довольно долго, чтобы стать галькой, ну, гладенькой. Здесь разровняли, набросали вон огромных камней, что-то разровняли, тоже насыпали щебенки. Не знаю, что хотят здесь сделать, или так оставить, или, ну, в общем, тоже поживем, увидим. Но что-то делается, то, что говорят, что ничего не делается, это неправда. Так, городской пляж. Вроде как закрыт. Он и закрыт, и открыт одновременно, видите. То есть, как бы закрыто, строительные работы, проход запрещен. Но люди ходят, и там открыто, ну, и как бы открыто можно пройти. Здесь стоит экскаватор, что-то он тут. Ну, видимо, вот это было сломано до того. Он, видимо, как раз разравнивал вот ту щебенку и здоровые камни ворочал, потому что экскаватор здоровый, Хитачи. Как-то вот так. Пляж городской, в принципе, ну, как обычно, пока ничего не изменилось. Так что, ну, пляж и пляж называется. Дальше вот те массивные сооружения, это я уже говорил, это недостроенный порт. Здесь должен был быть грузовой порт в Алуште, но он недостроен. И уже достроен не будет никогда. Ну, это мое мнение. В общем, как-то вот так, пока здесь. Но это еще не конец, мы еще походим, мы еще поборемся. Смотрите, ребят, сколько в Приморском парке детей с родителями гуляют. Красота. Парк закончен практически. И народу в нем хорошо и много. Ребят, здесь вот памятник такой. Я не знал давно, он недавно, но вот не знал, что есть. Видел издалека, никогда не подходил. В городе Алушта 10 октября 1894 года состоялась торжественная встреча царевича Николая Александровича со своей высоконареченной невестой, принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской и Прирейнской. Вот так вот. Это же круто, да, на самом деле? Великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Вот четыре человека. Очень крутой памятник такой, вот, знаете, прям, ну, просто выглядит очень здорово, не знаю. Оставьте комментарий, что вы по этому поводу думаете, по-моему, очень здорово. Ребята, такой отель, научно-развлекательный центр, но он же и отель, здесь есть квест-комната, короче, отличная штука. Вот так вот выглядит все космическое внутри. Я на телефон чуть-чуть поснимал, чуть-чуть вам совсем вставлю сейчас виды с телефона, но выглядит все просто обалденно. Ребята, смотрите, какой отель. Даже можно здесь остановиться на ночь. Все выглядит вот так вот. Это просто космическая тема. Называется «Страж Империи». Все связано со «Звездными войнами». Ну, вообще, космическая такая. Это номера, ну, типа каюты здесь называются. Просто обалденская тема, я вообще в шоке. Смотрите, насколько все продумано, тут столько все деталей, мелочи. Этот звук, бзз, это пулемет крутится на самом деле. Смотрите, это просто вообще вещь. Здесь эта штука такая, отсюда смотрите так, а отсюда смотрится вот так. И все, смотрите, все в датчиках. Туда дальше в номера. Если получится, я для Ютуба поснимаю. Посмотрите полную версию всего этого. Это просто космос. Я в восторге. Это просто вещь. Смотрите. Просто. Я реально как будто на космолете на каком-то. Это просто офигенская тема. Я в панике. Я реально даже не знал, что у нас
вот где-то в Алуште, тем более, не где-то там, ну, а в Алуште есть так настолько крутая тема, просто офигенская внутри. Это я зашел, я сам фанат «Звездных войн», во-первых, ну и всего такой космической фантастики. Я здесь зашел и просто в восторге был. Я, ребят, всем рекомендую, кто такой же контуженный, как и я, побывать, оно просто офигенски, просто. У них даже указатели, видите, «Страж Империи» и такой вот этот космолет. Офигенно. Просто офигенно, ребят, я вау. То, что я поснимал, это вот с телефона. Ну, у них так не принято снимать, не согласовано, то есть надо договориться заранее, либо купить экскурсию. Экскурсия стоит 800 рублей, ну, либо оплатить номер. Номер стоит 3500, двухместный на двоих. Если, ребят, вам эта тема будет интересна, чтобы сделать полный обзор этого отеля, вы поставьте лайк, напишите об этом в комментарии, и мы как-нибудь приедем сюда и сделаем полный обзор этого отеля. Он просто волшебный, я не знаю, мне очень понравилось. Но все зависит, если вам не нравится такая тема, то, конечно, нет, но вообще реально люди именно вот заморочились настолько, что все детали, вот все просто шикарно. Так, ну а мы сейчас возвращаемся в центр Алушты и идем, ну и куда-нибудь пойдем, посмотрим. В общем, вы все увидите, смотрите дальше, уверен, будет интересно. Улицу, кстати, по которой я сейчас иду, привели в порядок, она раньше была такая, ну, не очень, а сейчас... прям такая в порядке. В порядке. Это улица, как раз, которая выходит к Ротонде. Если идти из города, не по набережной, а через город идти, и вы выходите как раз к Ротонде здесь. Ну, прям скамеечки поставили, все так хорошо, аккуратненько тоже. Я 100 лет, на самом деле, по ней сам не ходил. Видим там только ее начало возле Ротонды, и все. А ее, оказывается, тоже все сделали, и все здесь приличненько. И очень хорошо. Ливневочки все есть, мусорнички. Ну, в общем... очень хорошо. Ну что, друзья, выйдем в море.
Ребят, туда шел, очередь была маленькая, обратно иду, очередь уже приличная такая себе. Вот так вот. Это из разряда, как понять, хорошая еда или плохая. Если очереди нет, то странно. А если вот так вот, значит, все хорошо и вкусно. Советую эти чебуреки, мы здесь постоянно их тоже едим. Но так как сейчас я не ем мучное, там, такое, сякое. Поэтому прохожу мимо, возвращаюсь обратно. Ребят, опять же, к тому, что это вот такой ПС у нас, то, что не делается. И здесь делаются дороги. Мы едем окольными путями. И вон везде бордюрный камень, асфальт новый закатан, бордюрный камень установлен. Так что, кто говорит, что дороги не делают, что ничего в Алуште не делается, все делается. Потихонечку, потихонечку все делается. Ребят, на обратном пути ехали и заехали на завод. Это село Доброе и Добровский, где делают у нас мороженое. Здесь делают мороженое, пельмешки там всякое такое. Представляете? Вот так вот выглядит завод. Понятно, что вовнутрь зайти нельзя, но само по себе прикольно. А я не знал, что он здесь прям. Совсем недалеко от трассы. Все же едете по трассе. Если из Симферополя едете, поворачиваете направо в Добром, в селе. И вот такой вот магазин у них при заводе. Прям магазин. Я сейчас покажу вам цены, если разрешат поснимать. Вам немножко по ценам. Ставьте на паузу, смотрите. Вот такие вот цены интересные. Все здесь вот добрые пельмени, добрые вареники вон с вишней, картофель, грибы, наггетсы есть. Тут замороженные фрукты, овощи, вот картофель фри. Крымская лукошка, капуста цветная, смесь гавайская, в общем, там вон вишня замороженная, клубника. Дальше мороженое, сейчас тоже мороженых куча всяких разных, килограммовые в упаковках, не в упаковках. Есть пломбиры, всякие шмомбиры, вот цены вот такие. Вот так вот, так что кому будет интересно, можете заехать. В продаже имеются термопакеты 90-70 рублей. Пожалуйста. Вот еще чуть-чуть цен. Вот такая еще полезная информация. Все, ребят, показал. А вот так выглядит само село Доброе, ребят. Оно довольно огромное такое село. Здесь вот его вот здесь часть. Там и вот там за дорогой, вот тут идет трасса, и за трассой еще тоже огромный кусок. Это все село Доброе. Вот так вот. Такой вам бонус. Маленький бонус по заводу. Прикольно. Морожку делают. Морожка, кстати, добровская. Ну, если кто не пробовал, ну, довольно неплохое мороженое. И здесь, ну, конечно же, здесь дешевле, потому что завод есть завод. Ребят, посидел, перезагрузился, посмотрел на море, прогулялся по Алуште. В общем, потихонечку все зацветает. Красота неописуемая. Добираемся сейчас до Симферополя. Добираюсь я на машине. За мной заедет Женя. Это канал Евгений Щепинский. Всем вам известный, наверное, уже. Много раз мы вместе и снимали, и возили они меня, и туда, и сюда. В общем, ребята молодцы, снимают тоже они. Ездили, снимали в другое место, не буду говорить в какое, заходите на их канал, посмотрите. В общем, они меня довезли сюда, мы ехали, когда вот это я погулял, сейчас они едут обратно, заедут за мной, и мы поедем в Симферополь. Алушта, как всегда, великолепно, в принципе, да, все устроило, все везде все готовится к сезону, в общем, везде все клево. Ну а вы, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы все читаем, на некоторые отвечаем, на некоторые не отвечаем. Ну уж извините, иногда бывает слишком много, на все не ответить. Но мы стараемся. В общем, все как всегда. Всем пока.